Проблема с ковидом касается и детей, заявляет первокурсница Самарского колледжа сервиса и дизайна. На нарисованном групповом плакате «Чиби Kids» никто иной, как сами же авторы. Всей группой дети пытаются как можно скорее избавиться от коронавируса, весело заливая его антисептиком и умывая мылом. Работу готовили к конкурсу плакатов «Вместе против коронавируса». Это был мозговой штурм, идея была общая, и рисовали плакат мы не один день. Это всегда были новые идеи, от каждого человека мы брали что-то свое. Конкурс плакатов «Вместе против коронавируса» стартовал в Самарской области и приглашает к участию креативщиков до 18 лет. В пилотном проекте приняли участие более 90 студентов колледжа сервисных технологий. Одна из них – Арина Гордеева, будущий графический дизайнер. Сделала один плакат, мне не понравилось, сделала другой, сделала третий, четвертый, пятый, и в итоге у меня набралось 6 работ. А на работе, которую здесь представили, девушка в маске перед собой держит цветок. И написано, что наши маски спасают жизнь. Я просто хотела в образе этого цветка передать хрупкость жизни, насколько она бывает уязвима и насколько важно ее защитить. Стилизованный под реалии 2020 года фрагмент из знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение мира». Даже Господь не должен касаться Адама, не помыв руки. Или вот антиковидная трактовка советского агитплаката «Родина, мать зовет». Вирус не пройдет. Организаторы конкурса уточняют, в создании работ главное не только искусность автора, но и смысл, ответ. Как мы сможем победить пандемию и почему человечеству это архиважно. Конкурс стартует. Мы его планируем продлить в течение месяца. И по итогам, к концу 2020 года у нас уже, я думаю, появится на наших информационных площадках, появятся работы победителя. Но я нисколько не сомневаюсь, что действительно Самарская область покажет себя в очередной раз как самый креативный регион. Креативность оценят профессиональные судьи под руководством директора художественного музея Аллы Шахматовой. Победители конкурса получат дипломы и призы. А лучшие 12 работ вывесят на городских таблоидах в формате социальной рекламы. Прием плакатов проводится до 10 января 2021 года в электронном виде. Присылать их нужно по адресу, опубликованному на экране. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.